По итогам двухдневной международной конференции «Сохранение многообразия. Борьба с исламофобией» в 2024 году, прошедшей в Баку, участники приняли совместное коммюнике. В документе сказано, что исламофобия и ориентализм при всей их сложности имеют глубокие корни в истории европейского колониализма. При этом политика дискриминации все еще продолжается в Западной Европе, в частности во Франции. Участники также подчеркнули гендерные проблемы в контексте исламофобии, а также призвали прекратить распространение предрассудков и предубеждений в отношении ислама и мусульман через средства массовой информации и социальные сети. Конференция подтвердила ответственность международных организаций и национальных правительств за расширение существующих правовых инструментов и политических мер, которых сегодня недостаточно для борьбы со стереотипами об исламе и мусульманах. Участники договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимодействия в сфере борьбы с исламофобией по двум основным направлениям – политическом уровне и посредством общественной пропаганды, а также на уровне средств массовой информации и академических кругов, посредством запуска программ и проектов по борьбе с дискриминационными высказываниями, говорится в документе. Завтра участники конференции, приуроченной к Международному дню борьбы с исламофобией, который отмечают 15 марта, посетят Шушу, культурную столицу Азербайджана, где воочию станут свидетелями разрушения культурных религиозных памятников в годы армянской оккупации.